Всем привет! Давайте еще разберемся с ZBrush, что он может нам помочь сделать в этой программе. Задался я вопросом, как можно сделать посуду, бутылки, допустим, стаканы, фонтаны. Очень много информации посмотрел на английском, на японском, в принципе. Все быстро показывают ролики. Speed Sculptor называют. Хотелось бы сказать этим авторам, зачем снимать эти ролики, когда по ним научиться вообще ничего в принципе невозможно. Все обрезано, пытаюсь повторить. Но где-то не хватает каких-то кадров. Что-то обрезано, что-то на ускоренном идет. И вот сколько видео я попереглядел, в принципе, методом тыка, там уловил, тут уловил и решил просто нажимать, пробовать, что получилось, посмотрев 10 роликов, вот такой вариант есть. Допустим, мы открываем цилиндр, вытягиваем его, вот так вот делаем, Edit. Опять Make Poly Mesh. Вот такая заготовка у нас получается. Мы ее выравниваем. И теперь вариант создания бутылки. Допустим, возьмем бутылку. Импортируем сюда наш, так сказать, нашу картинку. Сейчас я вам ее покажу. Вот открывается такая бутылка у нас. Мы ее, как по прошлым роликам, уменьшаем, выставляем, допустим, уменьшаем ей прозрачность, вот до таких размеров, выравниваем нашу заготовку, убираем круг, выравниваем нашу заготовку, включаем поле, флур, и потом в принципе, мы ее вытягиваем, нашу заготовку. Вот до верха мы ее так вот тянем. Выставляем опять бутылку. И получается вот такой у нас процесс выходит. Потом мы ставим The Modelier, как в прошлых видео, вот сюда. И начинаем моделировать нашу бутылку уже с этой точки. Давайте сейчас найдем. Вот это вот The Modelier. Ставим полигоны и начинаем с помощью, как мы делали диск, на колесо начинаем тут моделировать, уменьшать. Но это мне не понравилось. Задался вопросом, как можно быстрее сделать эту бутылку. Давайте все вернем. Вот такая, допустим, у нас есть заготовка. Я буду показывать быстро, не смотрите на детали. Не хочу затягивать видео. Ставим стандарт. Открываем, допустим, трансформацию, включаем симметрию, ставим по Y или как она у нас стоит. Вот такая вот штукенция получается. И теперь давайте добавим радиалов. Теперь давайте увеличим draw size, уменьшим интенсивность, уменьшим focal shift тут. И давайте попробуем поставим теперь планер, вот это вот перо, отрегулируем здесь глубину, чуть-чуть уменьшим, вот так вот получается все. Давайте теперь ставим мы бутылку и вот просто вот так вот ее
уменьшаем, вытягиваем. Разную можно сделать бутылку. Потом добавляем Ctrl-D, Ctrl-D. И вот что-то в таком духе у нас получается. Вот так вот мы ее можем сделать. Потом мы ее можем выгладить. Вот таким образом. Уменьшим еще интенсивность. И немножко вот так вот ее можно подкорректировать. Еще уменьшим интенсивность, уменьшим, уберем вот эту вот клавишу RGD и попробуем многовато. Можно еще уменьшить интенсивность, уменьшить Focal Shift и потихонечку вот так вот сидеть моделировать бутылку. Можно сразу с крышкой делать или без крышки, убрать ее, потом дорисовать здесь горлышко. Вот, в принципе, получается вот такая вот неплохая бутылка. Ее можно, если долго с ней поработать, она будет не хуже, чем, допустим, мы будем моделировать ее. Другой вариант, в принципе, с посудой я потом покажу. Так, другой вариант давайте рассмотрим. Теперь как это все можно сделать. Допустим, так, давайте уберем это все. Откроем опять цилиндр. В принципе, с цилиндра хорошо, можно делать очень много вещей. Выровняем его. Давайте теперь чуть-чуть еще уменьшим. Так. Сделаем Make Polymesh. Зайдем в инициализер. Так, пардон. Так, вот такая вот штукенция у нас выходит. Давайте мы ее выровняем. Зайдем новую, поставим. Вытянем наш цилиндр. Давайте выровняем его. Нажмем Edit, зайдем в инициализер. И можно здесь вот моделировать, вот так, допустим, его вытягивать по Z, потом поработать с ним в деформации, полностью вот с этими клавишами Size. Вот здесь вот можно вот так вот его выделяя, маскируя. И вот так вот, в принципе, можно делать разные вещи. От бутылки, допустим, до пепельницы, до подсвечника. Тоже как вариант. Ну, давайте теперь еще один вариант рассмотрим. Полностью, вот если маски даже вы меняете, тут можно добавлять маскирование. Вот так вот делать. Потом, допустим, добавлять вот так вот, делать разные вещи, уменьшать глубину, добавлять искажений
И у вас будет тоже что-то получаться, в принципе. И плохие детали можно делать, запчасти, вал на колесо. Давайте рассмотрим еще один вариант. Уберем эту теперь заготовку и зайдем опять по примитивам, полазим. Вот с этими теперь посмотрим, что можно выбрать. Давайте Sweep профиль возьмем 3D. Будет то же самое, наверное. Ну, давайте попробуем все-таки добить нашу вот эту вот заготовочку. Поставим профиль. И попробуем вот так вот потихонечку сделать модель цилиндра. Вот уже тянется плохо, надо поправлять. Вот что-то такое получается, вот буквы тут не видно. Давайте вот эту, ага, не тянется, надо точки выставить. Видать, надо больше точек. Вот чуть начинаешь вытягивать ее, она начинает ее ломать. Это уже неинтересно. Вот такое дело у нас получается. Давайте немного снизом разберемся. Как бы я ни тянул, может, правой кнопкой? Нет. Вот так все это дело тут работает. Так, ну давайте теперь попробуем добавить точку и смоделировать нашу бутылку. Вот загорелся я бутылкой. Вот так мы это все сделаем, здесь прибавим, вот так вот. И вот здесь уменьшим. В принципе, изгиб хороший получается, даже вот пустота есть. Прям настоящая, как будто бутылка у нас выходит. Вот такая. Есть нюансы, конечно. Как тут что делать? Можно вот так вот вытянуть ее. В принципе, быстрый способ, как того же моделирования. Вот давайте чуть снизом разберемся. Низ, как бы мы ни тянули, он так и старается уйти в бок. Ну вот такое что-то получается. Если потом ее доделать, в принципе, давайте попробуем. Теперь сделаем Make Poly Mesh. Вот такое получилось. Пустая. Это хорошо. И теперь давайте поставим трансформацию. Включим симметрию, ось Y. Радиалов добавим и попробуем ее уже тут докорректировать. Вот так потихоньку можно ее подбавить, поставить мов. И давайте попробуем вот так вот потихоньку дно вытянем и немножко его
как на бутылке, закруглим. Поставим больше Drop Size и посмотрим, что можно сделать с ним. Вот так вот. Намов вытягивает, нам это не надо. Давайте опять поставим планер. И вот так вот немножко придадим ей вид. Можно и вот так уменьшить. Давайте с горлышком чуть доработаем. Можно острое делать. Можно ее вот так приминать. Вот так вот. Все, всем пока. В принципе, неплохая бутылка вышла. Если добавить дивайдов, получается гладко. Еще поработать с ней можно в деформации, подкорректировать. Так вот быстренько выходит бутылка. Все, всем пока.